Так, ну что ж, пока лысенький там ходит, бродит, давайте забегаем, забегаем. Это что, какая-то батарея? Ой, пролезли. Фу, пролезли, так? Вот, заметил, еще одна дверь, заржал все-таки, смотрите. Лысенький заржал, у тебя чувство юмора появилось, что ли? Так, ну что ж, мы зашли, взяли все блестяшечки. У нас открылся выход, ай! Тетя услышала, да? Да, тетя пришла проверять. Ты какого вообще приперлась, тетя? Ты не полицейский? На шум отреагировала, смотрите. По-моему, тетя ни разу никогда двери не ходила проверять. А тут, смотрите, поперлась. Да что ж такое, заметила. Смотрите, тоже забавно ржет. Как бабуля, только тетя. Ой! Ребята, это что за прикол такой? Я не понял. Тетя опять ржет. Смотрите. Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем проходить бонусные уровни в игре Робери Боб. У нас открылась четвертая локация, и сейчас мы отправимся на первый уровень. Но перед этим хочу сделать небольшое объявление. Мы с воришкой Бобом посовещались. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий попал в следующее видео, напишите под этим видео любой комментарий со словом «Привет». Ребята, но все комментарии я не смогу запихать в следующее видео, поэтому туда попадут только первые 10 комментариев, оставленные под этим видео. Ну что ж, ребята, переходим на первый уровень четвертой бонусной локации. Summer Camp. Это что-то вроде базы отдыха. Что-то такое, ребят. Так, ребята, вот мы очутились где-то на каком-то участке непонятном. Так, давайте посмотрим, что тут происходит. Тут у нас ходит бабуля, стоит громила полицейский, ходит тетя по странной траектории, и лысенький крутится, вертится, блестяшки наши охраняют самые главные ценности. Так, ну что ж, заходим. Заходим сюда, в комнатку с бабулей. Так, бабуля, топай, 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 топай. Так, мы заходим. И куда нам нужно пройти? Давайте, наверное, зайдем к полицейскому. Итак, заходим к полицейскому, закрываем дверь, берем вот здесь блестяшечки. Так, мы что, блестяшки взяли? Нам нужно теперь опять к бабуле, потому что, чтобы открыть эту дверцу, нам нужен ключик. Бабуля дверь закрыла, смотрите. Так, ну и выходим, идем, 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 бабулька. Давай, давай, давай. Давай, давай, проходи. Так, ребят, заходим вот в этот какой-то сарай, берем здесь ключик. И теперь с этим ключиком мы должны отправиться к громиле полицейскому. Но давайте, чтобы бабуля быстрее прошла, промотаем этот момент. Промотаем бабулю. Так, ну что ж, вот. Вот бабуля наша идет, 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 идет. Так, мы заходим, открываем дверцу. Берем тут возле палатки какие-то блестяшечки. Так, ну что ж, нам теперь нужно зайти к тете. А тетя как-то странно ходит прям. Прям очень странно ходит. Дошла до угла, развернулась, пошла в обратную сторону. Так, ну ладно, давайте вот так вот. Зайдем, вроде все нормально идет. Надеюсь, не заметит меня тетя. Так, закрываем дверцу, закрываем дверцу. Да. Ладно, тетю мы прошли. Так, лысенький. Лысенький, берем здесь блестяшечки. И теперь за ним берем ключики, тоже блестяшечки, и выходим. Хорошо, выход рядом. Эх, ребята, мы не уложились во время, да как так-то? Может, перемотка повлияла? Ну, не знаю, ребят. Так, ну что ж, мы переходим на второй уровень четвертой бонусной локации. Тут я вижу, сразу у нас собачка дрыхнет. Дрыхнет прям храпит аж. Так, у нас здесь ходит громила полицейский и ходит лысенький. Но что-то блестяшек особо не видать. Вот комнатка у нас почему-то не вся виднеется. Внизу, вон там я вижу туалет. Так, собачка, собачка, ты это... Ты спи давай. Ай, да что ж такое, услышала, а? Услышала. Так, сейчас полицейский пойдет, уже идет. Давай, собачка, убегай, убегай. Мне тут сказали как-то, что можно собачку выманить. Закроем дверцу. Все, собака на улице, смотрите. А полицейский топчется там. Все, что ты хочешь сказать-то мне, собачушка? Ну-ка, ну-ка, иди вон в угол туда, в огород иди. Загнали собаку в угол, ребята. Так, давайте заходим, заходим быстрее и дверцу закрываем. Все, собака сюда зайти не может. Так, ну что ж, забегаем в какой-то туалет и берем здесь блестяшечки и ключик. Ключик, 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 ключик нам нужен. Ага, от следующей комнатки. Так, заходим. Заходим в комнатку. Ай-яй-яй-яй, заметил полицейский. Да что ж такое, я думал, он пойдет дверь проверять, а он тут повернулся зачем-то. А, или услышал меня. Да, поржал немножко и все, мы прошли мимо полицейского. Короче, полицейскому мы спалились. Да, можно сюда, наверное, смело заходить и даже не париться. Так, берем блестяшечки и выходим, выходим. А это у нас что, выход сразу, да? Да, ребята, что же, во время уложились. Ай, мы не все блестяшки собрали. Да как так-то? Где же я блестяшки-то забыла?
Ай, собака, да что ж с тобой делать-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Забегаем в туалет, давай, собачка, забегай, и мы тебя здесь закроем. Гавкай. Ай! Сюда полицейский идет, собака, ты что? А, быстрее, выбегаем, выбегаем, выбегаем! Полицейский нас не заметил, ребята. Так, пока он там с собакой возёкается, мы, короче, выходим, выбегаем. Так, а тут нам надо в следующую комнату попасть. А, ребята, я, наверное, те блестяшечки дальние не взял, которые в самом-самом верху. Так, ну что, лысенькие сейчас сойдутся вместе и разойдутся. Так, полицейский пошел дверь проверять, громила. Так, лысенькие разошлись, эх. Проморгали мы момент, ребята. Ну ладно, ждем еще разок полицейских лысеньких. Сейчас они в кучку соберутся. Потом разойдутся, и мы заходим. Так, вот они собрались. Собрались. Первый ушел, второй пошел. Так, заходим, берем часики. Берем блестяшечки. Эх, заметил, ржет, стоит. Ай, ладно, мы уже спалились, по-моему, полицейскому, так что неважно. Ой, ну что ж, вовремя уложились, зато взяли все блестяшечки. Это вот та самая блестяшечка вверху была, которую мы забыли в прошлый раз. Да, ну что ж, мы переходим, по-моему, на третий уровень. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Бабуля носится со скалкой, смотрите, она уже наготове, чтобы воришку Боба уже шлепать. Ну, она носится со скалкой уже, да. Так, ну что ж, нам сейчас нужно обойти как-нибудь тетю. Тетя здесь бегает, смотрите, бегает, встала. Стоит. Побежала дальше. Так, пока она побежала, мы заходим. Нам нужно дядю обойти. Так, и в эту дверцу заходим. Так, куда нам идти? Давайте теперь на улицу. Здесь, по-моему, ключик с этой стороны был. Нет, это не ключик, ребята, это пончик. Пончик, ну ладно, пончик не ключик. В общем, все равно надо его взять, пока мы с этой стороны в самом начале. Так, ну что ж, пончик мы взяли. Ай, пончик взяли. Куда ж нам дальше-то идти-то, ребята? А, я не знаю. Давайте посмотрим. А, у нас здесь ключиков вообще нету. Нам нужно взять еще блестяшечку пончик. И возле бабули нам нужно взять наш чемодан, саквояж. Кто это, блин? Сундук. Сундук. Так, вот дядя развернулся, побежал. И мы бежим следом за ним. Берем косточку вот эту. Забегаем к бабуле. Быстрее. Бабуля нас не заметила. Крутяк, ребята. Берем все блестяшечки и выходим. Так, никому не спалились. Эх, во времени уложились, ребята, да что ж такое-то, а? Ай, блестяшки зато все взяли, ну ладно, хотя бы так. Это у нас, по-моему, четвертый уровень. Так, что у нас происходит? У нас здесь есть охранник, есть громила полицейский ходит, и бабуля у нас ходит. Так, заходим в первую комнатку, берем блестяшечку. Так, нам теперь нужно зайти к охраннику, взять ключик, блестяшечку. Так, выходим, давай, Боб. Не спались. Охраннику, да что ж такое, задели, все. Увидел, засмеялся, короче, охранник. Так, от кого же ключик, ребята? Да, ребят, скорее всего, от этой дверцы, потому что здесь еще два ключика. Так, бабуля. Бабуля, сейчас пойдет, заметит. Ай, смотрите, как забавно она смеется. Да, ни разу не слышал, как бабуля смеется. Вот она у нас появилась, и да, это было прикольно. Так, ну что ж, полицейский громила. Так, вот он подходит к окну, а мы заходим тем временем и берем основные ценности. Так, теперь нам нужно взять косточку. Вот, давай, топай, проверяй дверь. Да что ж такое-то? Ребята, я думал, он уже все зашел в эту дверь, а он развернулся и нас увидел. Да, ну ладно, спалились мы полицейскому, спалились бабули. Они ржали все там прикольно так, особенно бабуля. Переходим на пятый уровень. На пятом уровне нас тут ждет, смотрите, в принципе, все легко и просто. У нас тут бегает бабуля, ходит громила полицейский, все. Первые уровни какие-то кажутся уж больно простыми. Так, мы заходим в эту комнатку, что нам в этой комнатке надо сделать? Мы, наверное, не туда пошли, ребята. Надо, наверное, сначала зайти к бабуле. Так, вот бабуля пока со скалкой носится, тоже наготове уже, готова нашего Боба. Короче, отбивную из него сделать этой скалкой. Так, что, нам теперь нужно зайти к полицейскому. Эх, да что ж так? Ох ты, все, она не смеется, бабуля, да ты что такая-то? И полицейский тоже не смеется. Ай-яй-яй, уперлись в стул. Никто не смеется. Сегодня заяц, Боб наш, не смешной почему-то. Почему они стали смеяться, я не понял. А? Так, ну что ж, теперь мы в ту комнату не пойдем, в верхнюю, мы сразу к бабуле заходим. Так, заходим. Встаем в уголок, чтобы она нас не заметила. Берем тут шар для боулинга и заходим к полицейскому. Или не заходим, идем за бабулей. Так, может сверху зайдем к полицейскому, а? Нам же сверху надо тоже взять. Ребята, у нас внизу сундук, я забыл про него совсем. Так, вот полицейский пока отвернулся.
Ай, заметил дверь, заметил нас, смеется. Ну ладно, посмеялся и хватит. А мы отправляемся тем временем на выход. Все, мы все собрали. А в прошлый раз он почему-то не смеялся. Не знаю, в чем прикол. Уложились 49 секунд, ребята. Да, ну вот так вот все. Так, ну мы перешли на 6-й уровень, ребята. Давайте посмотрим. Смотрите, у нас всего 2 помещения из 4 комнат состоящих. У нас тут громила полицейский крутится-вертится, точенький ходит и бабуля стоит. Ну что ж, давайте промотаем, посмотрим, куда полицейский поворачивается. Так, сейчас вот он отвернулся, быстрее заходим, берем косточку. Косточку берем, заметил дверь, пошел. Заметил, пока дверь пошел. Так, мы заходим тем временем к точенькому. Интересно, куда ты разворачиваешься, точенький? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, услышал? Фу, услышал, но не заметил. Так, нам нужно дверцу закрыть. Дверцу закрыть, давай-давай-давай, зайка Боб. Фу, закрыли дверцу, полицейский не заметил. Так, теперь нам нужно зайти к бабуле. Так, берем вот сокровище и что? И как? Че, где еще? Я не понял. Ребята, что за прикол такой? Так, я что-то немножко недопонял, ребята. В чем прикол-то? Мы не все ценности собрали. Где что еще осталось-то? Ай, где же что осталось-то, воришка Боб? Ты че где-то потерял-то, блин, а? Так, давайте обходим полицейского. Обходим, смотрите, дверь заметил и нас заметила, мы на выход убежали. Да, полицейскому все-таки спалились. Эх, и во времени уложились. И блестяшки не все собрали. Вот это, конечно, провал, так провал. Давно таких провалов не было. Ох ты, ребята, я вижу, где блестяшечки-то мы забыли. Мы забыли блестяшечки у бабули. Там, кроме основных ценностей, еще какая-то штука лежала. Так, полицейский пока отвернулся. Заходим. Так, пошел проверять дверцу. Давай. А мы тем временем заходим к точникам, берем плюшечку, прячемся за дверцу. Так, иди дверь проверяй. Давай, точенький. А мы тем временем пробегаем, берем ключик. И теперь нам нужно к бабуле. Ай-яй-яй, полицейский идет. Полицейский нас заметил, не заметил, не знаю, непонятно. Так, бабуля у нас стоит в одно место, смотрит. Смотрит, куда-то смотрит. Так, вот какая-то штука у нас лежит. Дотянемся, не дотянемся. О, ребята, дотянулись мы, дотянулись до нее и пошли на выход. Фу, даже бабуль не спалились. Вот, 45 секунд уложились. И это у нас идеальное прохождение, ребята. Со второй попытки-то, конечно. Ну просто я реально не заметил в прошлый раз блестяшку у бабули. Давайте посмотрим, что происходит. У нас здесь собачка дрыхнет. Громила полицейский крутится, вертится и все что ли? А, еще в туалете вон полицейский, хотя это на туалет не похоже, там ни унитаза нету, ни ванны и вообще ничего нету. Вообще в какой-то комнате кафельной стоит, шахматной. Так, заходим, смотрите, громила полицейский крутится в две стороны. Сначала в окно смотрит, потом в другую сторону. Так, сейчас он отвернется и мы зайдем, возьмем ключик. Зайдем ключик. Заметишь дверцу открытую, нет? Фу, нет. Ты туда не смотришь, да? Ну ладно, теперь заходим сюда. Вот, а сейчас заметила, ребята. Ну правильно, в эту сторону там мы дверь открыли, ее заметно. Так. Эх ты, смотрите, полицейский точенький стоит на блестяшечке на наши смотрит, как так? Так, ну основные ценности-то мы взяли. Основные ценности взяли без проблем, а вот эти ключики как нам взять? Ага, надо его как-то выманить, я не знаю, отвлечь. Как же мы его отвлечем? Так, ребят, не знаю, успею, не успею. Хочу с разбега долбануть об дверь, чтобы он ее услышал и пошел. Так, вот, долбанули дверь, выбегаем. Ай, заметил нас, громила полицейский, побежал. Не стал даже смеяться. Забегаем в комнату, быстрее, дверцу. Дверцу вот мы прикрыли. Громила полицейский там где-то ходит, бродит. Не стал смеяться, а? Сразу побежал. Нам сейчас собаку еще надо пойти, проснулась. Ай, на тебе в нос. И еще вот так вот тебе на в нос. Так, ну ладно, все, мы все собрали и выходим. У нас ключик один остался зачем-то. Непонятно, зачем ключик у нас. Мы все основные ценности собрали. Мы ключик оставили и с этим ключиком вышли. Как такое может быть? Лишний ключ, что ли, на уровне? Как-то непонятно, ребят, ну ладно. Так, а тут у нас, смотрите, носится громила охранник. Он, по-моему, с пистолетом даже носится. Или нет, это руки у него такие, ладошки. Так, давайте заходим, берем сэндвич. Сэндвич взяли. Эх, заметил дверь через окно. Ай-яй-яй-яй, убегаем, чтоб нас не заметил. Не спалил. Так, вот, охранник постоял, посмотрел, побежал. Так, заходим быстрее, давай, воришка Боб, и закрываем дверь. Дверь закрыли, чтоб ее громила этот не заметил. Смотрите, бегает, носится спортсмен.
Так, давайте побежим за ним, посмотрим, куда он разворачивается. Да что ж, заметил, а? А мы тем временем заходим в ванную, все, взяли мы блестяшечки. Он нас заметил, посмеялся, все, нам он уже особо и не страшен. Так, что у нас тут? Тут у нас блестяшечки лежат и ключик. Ай-яй-яй-яй, охранник заходит, заходит, проверяет дверцу. Он сейчас может засмеяться, а может и не засмеяться. Ой, он нас даже не заметил, ребята, вот это крутяк. Ладно, давайте за этим громилой бежим. Да что ж такое-то? Ты чё такой? Заметил опять, а? Так, тут у нас лысенький ходит. Лысенький ходит. Заходим, берем карты. Услышал, увидел, ай! Лысенький за нами бегает, ребята. Вот почему-то громила этот носится, нас не видит, а открытую дверь заметил. Как такое может быть? А лысенький, да, он, видать, у него с юмором плохо, он смеяться не умеет. Так, ну что ж, вот наш громила побежал вверх, а мы тем временем заходим, закрываем дверцу за собой. Так, вот он вниз прибежал, давайте, куда пойдем? Давайте пойдем, наверное, к дяде. Дядя у нас тоже крутится, вертится, вон, смотрите, вверх смотрел, вниз посмотрел, сейчас вон в окошко посмотрел. Так, сейчас вверх посмотрел, сейчас вниз посмотрел, а мы давайте возьмем ключик. Так, ключик взяли, давайте за громилой, бежим, даже не успеем же, все равно же, ай, заметил, опять ржет, стоит. Ладно, хоть не бегаешь за мной, смотрите, пришел проверять дверь. Ты как на меня отреагируешь-то сейчас? Громила, я здесь, ты давай повернись-то сюда хоть. Смотрите, ну не видит вроде, давайте промотаем. Ага, смотрите, заметил нашу открытую дверь, пошел проверять. А здесь лысенький, опасный вообще полицейский лысенький. Он, блин, смотрите, он за нами бегает. Ребята, он, смотрите, бегает за нами и не смеется. Никогда, по-моему, не смеется. А, что ж такое-то? Ну ладно, мы все собрали, выбегаем через нижний вход. Точнее, через те двери, через которые зашли. Через те же мы и вышли, мы не уложились во время, ребята. Совсем чуть-чуть. Там пара секунд буквально, да. Вот лысенький, а? Да, они, по-моему, лысенькие вообще никогда не смеялись над нами. Да, как же нам же с вами быть-то, а? Так, вот лысенький пока ходит по своему квадрату. Мы идем за ним, собираем тут блестяшечки и берем ключик. Ключик нам надо было взять по-любому, потому что нам нужно отсюда выйти. Вот мы выходим и заметил дверь, а? Так, ну что, мне кажется, сейчас закрывай, не закрывай, он все равно ее будет проверять. Так, давай, дядя, лысенький. Лысенький, уходи. Ну, ладненько. Так, а здесь у нас громила полицейский ходит. Ходит громила полицейский. Нам нужно взять, по-моему, меню он лежит. Это блестяшечка называется, да? Менюшка. Так, полицейский, давай, пошел проверять дверцу. А мы заходим сюда к дяде. Дядя здесь ходит какими-то зигзагами. Забегаем в ванную, быстрее берем блестяшечки. И закрываем дверцу. Фу, вроде не заметил. Так, пока дядя пошел там кверху, мы берем блестяшки здесь и ключик, и опять забегаем в ванную. Да, ну что ж, мы здесь в этой комнатке вроде все собрали, где у нас дядя ходит, бродит. И теперь мы выходим, нам бы не спалиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, полицейский остановился, поржал. Ой, мы пробежали дверь, ребята. Дверь была сверху, а мы пробежали куда-то направо. Собрали все блестяшечки, мы уложились во время, но спалились полицейскому. Да, полицейскому громили. Ну что ж, ребята, переходим на 10 уровень 4-й бонусной локации. Давайте посмотрим. Тут у нас носится лысенький, как чумачечий вообще. Тетя ходит и громила полицейский крутится, вертится. Ключик, по-моему, охраняет наш. Так, заходим здесь в прихожей, все берем. А тетя, смотрите, она за дверь только выходит. И все, и заходит сразу. Так, ну давайте зайдем к лысенькому сначала. Лысенький опасный тип вообще. Так, спрячемся за угол. Фу, сейчас он пойдет, еще дверь заметит, так что лысенький вообще надолго пошел. Вот, заметил, все, уходи. Так, ну что ж, пока лысенький там ходит, бродит, давайте забегаем. Это что, какая-то батарея? Пролезли, так? Вот, заметил, еще одну дверь, заржал все-таки, смотрите. Лысенький заржал, у тебя чувство юмора появилось, что ли? Так, ну что ж, мы зашли, взяли все блестяшечки. У нас открылся выход, ай! Тетя услышала, да? Да, тетя пришла проверять. Ты какого вообще приперлась, тетя? Ты не полицейский, на шум отреагировала, смотрите. По-моему, тетя ни разу никогда двери не ходила проверять. А тут, смотрите, поперлась. Да что ж такое, заметила. Смотрите, тоже забавно ржет. Как бабуля, только тетя. Ой! Ребята, это что за прикол такой, я не понял. Тетя опять ржет, смотрите. Нам нужен ключик, чтобы зайти в эту комнатку, но этот ключик внутри. Это что за прикол такой? Как я должен внутрь попасть, если ключ этот внутри?
Это что за глюки? Ай, тетя полицейским звонит. Все, лысенький бежит, смотрите. Бежал, остановился, ржет. Я что-то не понял прикола, ребята. Это что за фигня такая? Если вы проходили бонусный уровень, у вас такое же было? Ай, полицейский лысенький за нами бежит. Все, быстрее выбегаем, ребята, на выход. Фу, мы даже во время уложились, хотя стояли, разглядывали. Не взяли все блестяшечки, потому что в эту дверь зайти нельзя было вообще. Это какой-то прикол, ребята, я не знаю, таких багов еще не видел. Ну что ж, ребята, мы прошли сегодня аж целых 10 уровней. Я не знаю, почему-то вот эта локация мне показалась простенькой. Комнатки маленькие, в принципе. Но вот некоторые места все-таки мы не выполнили все задание. Ну, 10 уровень вообще какой-то странный был. А на 8 уровне, смотрите, мы не уложились во время. Зато есть одно задание, которое мы выполнили вообще идеально, ребят. Да, ну что ж, про комментарии я сказал. Ну и все, ребята, на сегодня это все. С вами был Мобик. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. До новых встреч, пока-пока.